Знайсці новую посаду у режиме реального часа у Минску почав работу первый электронный кермаш вакансий. Познакомиться с пропановыми компаний, отправить резюме и отримать профессиональную консультацию можно онлайн. Корыстная информация представлена на виртуальной пляцовце. Так, пошук працы становится больше оперативным и зручным. У первом кермаши нового формата принимают удел 5 буйных предприятий в столице. Это больше за 300 вакансий. Если у соискателя нет резюме, на сайте электронных ярмарок вакансий расположены шаблоны для резюме, где их можно заполнить и отослать нанимателю. Кроме того, в режиме реального времени можно задать через специальную форму интересующие вас вопросы и получить ответы от нанимателей. Первую ярмарку мы проводим для предприятий города Минска, но никто не мешает человеку, находясь, например, в Бресте или в Витебске, подать свое резюме, переговорить с нанимателем и, может быть, найти для себя подходящий вариант работы. Новая послуга на протягу 3 дней представлена у тестовом режиме. В ближайший час такий формат пошуку працы станет постоянным. Свои виртуальные пляцовки появятся и у інших городах.